If you subject your body to the kind of stuff that Jackie Chan has thrown at him over the years, you need to buy that short to last, buddy. See, childhood, Jackie had made him a heavy-duty daily training routine. Jackie выбрал за себя очень жесткое тренировочное расписание. Джогинг, отжимания, приседания, поднятие тяжестей, боевое искусство. Jackie's workout involved high repetitions of basic exercises, such as sit-ups, 2002, 2003, 2004, 2005. По несколько тысяч раз. And of course, fast combinations of his trademark martial arts moves. Комбинации из боевых искусств. And I think that's я думаю, что часть моей тайны. Сейчас мне 43 года, а я двигаюсь как 25-летний. Я дерусь, а когда я дерусь как 25-летний. Я думаю, что это упражнение, особенно для меня, очень важно, потому что в моих фильмах я всегда выполняю все трюки сам, участвую в этих погонях, прыжках. Мне нужно тренироваться как можно чаще, как можно лучше, готовясь к фильмам. И я упорно тренируюсь, и в конце концов достигаю своего. Удар рукой. Удар рукой ногой. Нам необходимо гибкое тело, вы же понимаете? Сейчас время очень сложное. Я думаю, что вы, если даже вы не звезда кино, вы все равно должны выполнять упражнения. Вы должны тренировать свое тело. Это полезно для здоровья. В случае с Джеки Чаном, он положил всю свою жизнь для физического совершенства.